Друзья, приветствую вас на канале Just Fun. Сегодня я расскажу историю, которая воодушевила тысячи людей по всему миру. Смотрите до конца, обязательно будет интересно. Несколько лет работая без отпуска, супруги Карен и Чип Шунаверы из Южной Каролины, США, отдавали все время и деньги на то, чтобы воспитать и выучить 4 дочерей. Наконец, старшая вышла замуж. 3 других стали достаточно взрослыми, чтобы можно было оставить их одних дома. И подкопились деньги, которые можно было бы потратить на отдых вдвоем. Родители надеялись, что за неделю девочки ничего не натворят, но очень сильно ошибались. У сестер все было готово к задуманному, и как только машина родителей скрылась за поворотом, старшая из оставшихся дома девочек, Холли, дала знать старшей сестре. 4 девушки начали воплощать грандиозный план в жизнь. Они решили сделать то, на что у родителей не хватало времени годами – ремонт. Предварительно были присмотрены строительные материалы, краски и новая мебель, на которые уже некоторое время откладывались деньги. Девчонки рассчитывали за полдня очистить дом от мусора и начать дело. Но на то, чтобы выбросить всю рухлядь, ушло полные сутки. После очищения дома сестры содрали со стены ужасный старый ковер. После этого начали прямо из окон выбрасывать ветхую полуразвалившуюся мебель, выносили ее из комнат и кухни. 4 хрупким девушкам было тяжело, но они не сдавались. Дальше начался сам ремонт, в котором девушки не имели никакого опыта. Просто и легко было смотреть передачи о ремонте профессионалов, где внешне все происходило быстро. Совсем другое дело, когда работаешь своими руками. Проблемы возникали одна за другой. Хизер, Холли, Хейли и Хелис работали с утра до поздней ночи, но начали опасаться, что не успеют. Проблема была в том, что 2 сестры уходили еще по графику на работу, и тогда ремонт значительно замедлялся. Девчонки привлекли к ремонту также мужа старшей сестры. Все вместе они покрасили стены новой краской, поменяли полы, поставили новую мебель в комнатах и обновили старую на кухне. На столешнице установили новый гранит. В гостиной появились 2 новых дивана, новый столик и замечательный ковер. Спальня стала радовать новой краской на стенах, деревянными полами, свежей кроватью, заправленной творческим подходом. Окна украсили светлые воздушные занавески. Весь процесс преображения поручили зафиксировать в фотографиях младшую сестру Хейли. Девчонки хотели не только обрадовать родителей к Рождеству обновленным домом, но и показать, как все происходило. Решающие штрихи оформления они доделывали в последние минуты перед приездом родителей. Чтобы все успеть, девчонки послали старшую сестру встретить их на подступах к дому и постараться задержать, насколько возможно. Когда Чип и Карен подъезжали к дому, сердца их стучали учащенно. Девчонки уже большие, но все же они впервые остались одни в доме. Навстречу выбежала старшая дочь. Родители были рады ее видеть, но еще больше засомневались в том, все ли в порядке. Когда же она посоветовала им быть спокойными, супруги практически испугались. Перемены в доме просто потрясли мужчину и женщину. Они были в шоке от той работы, которую их девочки проделали всего лишь за неделю. А сестры пожелали любимым родителям счастливого Рождества. Старания Хейли не пропали даром. Фотографии были отредактированы, и каждый член семьи выложил их на своей странице Facebook. Младшая сестра опубликовала видео их тяжелого труда в YouTube. Далее информация стала распространяться со скоростью лесного пожара. Вскоре об их ремонте знали все в штате, затем информацию опубликовало крупное новостное издание, и новость пошла гулять по стране. Их рождественский подарок, сделанный руками своим родителям, стал вдохновлять людей на лучшие поступки. Если вы не верите, что можете сделать что-то масштабное и замечательное, попробуйте. Тот, кто задается целью и имеет глубокое желание, всегда достигает успеха. Если даже задуманное не получается до конца, остается удовлетворение тем, что была проведена серьезная работа. На этом все, друзья. Делитесь этой замечательной историей с друзьями. Кто знает, может быть, это видео вдохновит еще кого-нибудь на необычный сюрприз близким. Пока!